Да. Вот так. Да, я не умею. Вот, значит, говорят, что дети должны быть лучше своих родителей, это так и есть. Дениска зажигает покруче, чем я зажигала в молодости, намного. А теперь я попрошу просто вот молча послушайте, возможно, мои слова, которые я сейчас скажу, изменят чью-то жизнь в корне. Одна моя подруга посоветовала мне написать книгу «Как вырастить звезду в экстремальных условиях». И я на нее за это не в обиде, потому что она сказала чистую правду. Жить вдвоем с молодой, веселой мамой, конечно, интересно, но не всегда легко, точнее, нелегко совсем для ребенка. И Дениска... забывать начала. Ну, в общем, он... Я, вернее, всегда от жизни хотела очень много большего, чем она могла мне дать. И весь бюджет, все мои силы всегда уходили на мебель, на ремонты, на права там водительские, на всякую хрень. Но в Дениса никаких капиталовложений, естественно, я сделать не могла. И Дениска работал с подросткового возраста сам. Да, на заводах, везде, где только можно, морожком торговал, там, всем чем угодно. И теперь, когда он вырос, он, несмотря на это, он мне помогает, и я всегда могу рассчитывать на него в трудную минуту, за что я, конечно же, благодарна очень судьбе, что она мне подарила такого замечательного сына старшего. Еще чуть-чуть скажу, и все, свалю, честно. Вот. Значит, я очень активно читаю всегда комментарии ваши, относящиеся к Денису, к его творчеству. И не только ваши, а разных злых людей комментарии читаю. Есть комментарии, о которых даже говорить не стоит и читать не стоит. Но меня очень сильно задевает одно, когда Дениса называют несведущие люди совершенно мажором. Говорят о том, что его кто-то куда-то пропихнул, протолкнул, помог куда-то там выбраться и так далее. Да. Вот, потому что мне, как маме, читать это очень больно всегда и обидно. Когда всем известно, что наибольшую популярность, известность и веру в себя Денис приобрел после победы на втором Индобатле. И он жил тогда со мной, и я была в курсе всех его дел. И абсолютно с полной ответственностью могу заявить, что победа была абсолютно самостоятельной и полностью честной. И...